В высокогорном селе Хосрех Кулинского района сдали в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт, возведенный в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий». Вот такая слаженная работа и вот такое внимание республиканской власти вот приводит к таким результатам, что сегодня очень большое количество населенных пунктов все получают в виде результата те или иные социальные и инженерные объекты. Основной несущий каркас здания ФАПа выполнен с использованием технологии легких стальных тонкостенных конструкций, что позволило значительно сократить время возведения объекта. При строительстве особое внимание было обращено на аспекты практичности и комфорта помещений для работы медицинского персонала и приема посетителей. Общая площадь здания составляет более 100 квадратных метров. Предусмотрены смотровой, процедурный и акушерские кабинеты. Имеется необходимое оборудование для оказания первичной медицинской помощи. Здесь сторожа нету. У нас сторожа нету. Я хотела бы, если сможете, поставить видеокамеры. А то я боюсь, ночью у нас никто здесь не бывает. Вот это хотела бы попросить, если вы сможете. Фельдшерско-акушерский пункт является важным объектом социальной инфраструктуры села. Он значительно упростит доступ к качественной медпомощи. Аналогичные ФАПы, возведенные в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий», совсем недавно были сданы в эксплуатацию в высокогорных селах Гертма Казбековского района и Ханох Цумадинского. Вообще, в рамках данной программы за последние годы в различных селах Дагестана возведены в строй десятки объектов социальной инфраструктуры. Я бы хотел, чтобы обратили внимание на такую сторону, что сегодня то, что сделается властью, государством, мы немножко не доводим до людей, до общественности. То есть мы отстаем как-то. Вот это в информационном поле нам надо приложить больше усилий, рассказывать об этом.